Ресторан «Карнавал» вызывает у туристов неоднозначное мнение. Вот при входе в ресторан вас встречает такая вывеска о том, что еду выносить нельзя. Но не это главное. Для того, чтобы сюда попасть в обед или ужин, нужно отстоять довольно значительную очередь. Некоторые писали, что можно прийти и попозже, но это неправильно, потому что многие блюда повторно не выносятся. Вечером при входе в ресторан вас встречает команда официантов, что очень приятно. Все здороваются, хлопают в ладоши. Ну, вы можете как внутри ресторана, так и на веранде принять пищу. Завтрак. Да, завтраки однообразные, как писали практически все туристы. Ну вот вы сейчас посмотрите на все, что подают на завтрак, и подумайте, сможете ли вы это не только съесть, но хотя бы попробовать за один раз. Множество сладостей. На утро подается вот такая халва из кунжута. Булочки, круассаны, конечно же, гораздо лучше и вкуснее, чем в Египте и в Турции. Можно саму себе приготовить тосты, множество закусок. Колбаса настоящая. Сыр настоящий, не из какой-нибудь там соевой баланды. Чай как чай. Кофемашин, правда, маловато, всего 3 штучки на 1000 туристов. Ну, блинчики, фантастика по вкусу. А это загадка русской души. Оказывается, мы в России не наелись яиц, поэтому за омлетами и яйцами всегда огромные очереди, которые двигаются довольно небыстро. Обед и ужин. Это главная фишка ресторана. В обед и ужин всегда подаются какие-то национальные блюда. Как правило, из мяса. Их можно просто попробовать, а можно ими и сытно пообедать или поужинать. Очень вкусные. Ну, на любителя, конечно. Можно спросить у администратора зала, что это такое, из чего приготовлено, и вам очень доброжелательно все расскажут, и на все ваши вопросы получите ответы. Туристы, отдыхавшие летом, жаловались, что кроме курицы и индейки нет ничего. А вот осенью, в октябре, говядина на обед и на ужин. Баранину, правда, за 10 дней давали всего лишь 3 раза, но она была очень вкусно приготовлена. Большой выбор мясных блюд. К ним, пожалуйста, закусочки различные. Кому-то мясо казалось не очень соленым и не очень острым, но вот вы можете все отсюда добавить, что вам понадобится. Превеликое множество салатов, разнообразных. Нельзя сказать, что каждый день было одно и то же. Много было и новых блюд. Креветки каждый день. Правда, иногда бывало, что и в обед, и в ужин. Вот видите, они не крупные. Много овощных блюд в различных видах приготовления. 3 вида рыбы подавали. Один раз даже тунец был, который мы с удовольствием попробовали. Кстати, приготовлен был весьма и весьма неплохо. Фрукты. Дынь. Много. Но вот за персиками и за сливами надо было постоять в очереди.
превеликое множество восточных сладостей. Они здесь вкуснее, чем в Турции, они не такие приторно-сладкие. Большинство с добавлением миндаля или каких-то других орехов. Мы остались очень довольны сладостями и лакомились ими в обед и в ужин. А вообще, вот посмотрите на то, что готовится в ресторане, и, пожалуйста, вам и пицца нескольких видов. Хлеб здесь вообще вкуснейший и приготовлен в различных видах. Вот это так называемая паста, но на самом деле макароны по-итальянски. Несколько видов каждый раз. Морепродукты были ежедневно. 4 раза готовили крабов. Кстати, крабов они готовят неплохо. А многие туристы ими наелись так, что потом даже и не брали. Ну, крабы тоже ведь такое блюдо на любителя. Кому-то они нравятся, кому-то нет. Ресторан Аля Карт. Один раз его можно посетить. Татьяна на Guest Relation выписывает вам билет. И вот вы находитесь в таком приятном помещении. Здесь мы праздновали юбилей бракосочетания наших друзей, наших родственников Светочки и Алика. Мы здесь провели прекрасный вечер. Некоторые туристы жаловались, что здесь порции небольшие. Но, пожалуйста, вот не понравилось вам это, перейдите потом в основной ресторан. Доберете всем, что надо. Обслуживание официантов здесь очень хорошее. Обстановка семейная, уютная. Нам здесь очень понравилось. А вот для чего едут туристы в Тунис. На ресепшн вас встречает такая неприятная вывесочка о том, что водоросли якобы убирать нельзя. Вот канализационная труба рядышком с нашим пляжем. А вот сам пляж. Вот посмотрите, что в октябре вас ожидает на побережье. Вот такие огромные горы вонючих водорослей. Море грязное. В нем бытовой мусор. Большое количество водорослей. Убирают пляж нерегулярно. Но все-таки, когда уборка пляжа проведена, он выглядит неплохо. Ну вот посмотрите, холодно. Ветер. На улице плюс 21-22, море примерно такой же температуры. Поэтому ребята из стран Евросоюза на пляже в октябре не обитают. Они сидят у бассейнов. Ну а мы, россияне, конечно, раз приехали ради моря, то даже в непогоду, в холод мы все равно купались. Сотрудники пляжа предупреждали всех туристов, что не надо заходить в воду. Но мы русские люди. Мы приехали ради вот такой талассотерапии. Пляж маловат. На 1000 туристов всего 200 лежаков. Но в непогоду место найти можно всегда. Чем мы и пользуемся. Вот, ребята, сегодня 5 октября. Наконец-то первый день, когда наступил штиль. Ленивые местные ребята пляжную полосу не убирают, грязище. Воду зайти как в помойку. Ну, будем надеяться, что к вечеру они оклемаются. Кстати, вот там чистое море. Вот там и надо заходить. Медузы, да, они есть, но их немного. Вот последствия укуса медуз. Так вот они выглядят на коже. Многие туристы любовались закатами и рассветами. Действительно, если вам не лень, вечером выйдите на побережье и вот можете сделать такие прекрасные фотоснимки. Но в Тунисе прекрасны не только закаты, но и рассветы. Окна из нашего номера выходили на аэропорт, и вот каждое утро мы любовались такими прекрасными рассветами. Это не обработка в фотошопе, так вот они на самом деле и выглядят здорово и красиво. Мы неравнодушны к природе и ее прелестям. Выйдите на пляж, поверните налево и идите в сторону города Сус.
и можете полюбоваться вот такими пустынными растениями. Конечно, кучи мусора я намеренно не снимал. Вот такие растения субтропиков вы увидите на побережье, на солончаках. Ну и, конечно, среди этих солончаков пасутся знаменитые животные пустынь, верблюды. Мы вместе с ними пофотографировались. Комары. Да, они есть. Под вечер их много. Вот их последствия нападения на человека. А это кровососы на моей ноге. Каждый вечер вдоль побережья вы можете понаблюдать пролет прекрасных птиц фламинго. Ну, мы, конечно, их видели в основном в хорошую погоду и даже их снимали на видео. А если вы пройдете на соляные озера за аэропорт, это совсем недалеко, минут 20, вы можете этих птичек поснимать и на воде. В отеле имеется мини-зоопарк, куда любят ходить дети. Мы не видели там заморенных животных. Правда, я сам не ветеринар по специальности. Может быть, какие-то проблемы есть с их здоровьем, но нам они понравились. Показались здоровыми и ухоженными. В целом, отель производит приятное впечатление. Но мы ведь приезжаем в эти экзотические страны ради моря. А в октябре здесь с отдыхом на море проблемы. Поэтому, скорее всего, мы больше в Тунис не поедем.